Сообщение об обрушении части общежития в Кызылорде поступило в 22:40 по местному времени 28 февраля. Полностью обрушился подъезд здания, построенного 47 лет назад. В этой части никто не жил. Из других подъездов эвакуировали 46 семей. Мы спали. Милиционеры вокруг дома нас разбудили, сказали быстро выходить, вышли на улицу, а там дом рухнул. Жители говорят, что ночью перед обрушением почувствовали сильный толчок. Они теперь надеются, что власти помогут им с жильем. Обвалилось с грохотом. Дом качнуло, мы вышли нагишом с детьми, без одежды. Как-то выбрались. Лишь бы акимы помогли, чтобы мы с пятью детьми не остались на улице. Сегодня власти Кызылорды организовали брифинг. Жертв и пострадавших нет. Тем, кто вынужден был покинуть комнаты, окажут помощь, заверили в акимате. Специалисты проведут экспертизу. По ее результатам будет известно, какие решения нужно принять, и они будут приняты. 3 года назад Азаттык сообщал, что здание общежития в аварийном состоянии. После протеста жителей в 2017 году их переселили. Но затем в пустующем здании разрешили временно пожить людям, у которых нет своего жилья.